Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале «Про цветок». Сегодня мы поговорим с вами о том, что такое влагозарядный полив, кому и зачем он нужен, и стоит ли заморачиваться с этим осенним мероприятием. Ноябрь месяц, первые морозы у нас сейчас в Беларуси в 2018 году. Поздняя осень, довольно сухая осень. Почва, несмотря на несколько дождливых дней, все еще остается довольно-таки сухой. Однако устойчивые морозы совсем не за горами. В ночное вечернее время температура уже опускается ниже нуля. Сейчас приходит самый лучший период для проведения влагозарядного полива. Причем проводить его нужно, конечно же, днем. Но вопрос, надо его проводить или нет? С чем связывают необходимость проведения влагозарядного полива? Это хлопотное, а для тех, кто платит за воду, еще и очень затратное мероприятие. Ведь для эффективного влагозарядного полива плодового и декоративного сада необходимо промочить грунт на 1,5 метра минимум, для того, чтобы обеспечить зону роста корней хорошей зарядкой влагой. Считается, что из-за хорошей теплопроводности вода способна проводить тепло, которое находится в глубине земли, к поверхности почвы, тем самым защищая плодовые растения от вымерзания. Но есть ли в этом хоть какое-то рациональное зерно и есть ли в этом хоть какой-нибудь смысл? С одной стороны, да, ведь сухая почва является очень рыхлой, а она является таким хорошим теплоизолятором, поскольку содержит достаточное количество воздуха. Все воздушные пористые материалы являются хорошим теплоизолятором. Но насколько эффективно проведение тепла из глубоких слоев в более высокие? Эффективность крайне сомнительна этого мероприятия с этой целью. Хотя мнение это расхожее, ретранслируется очень широко и встречается, особенно в интернете, очень и очень широко. Да ведь и не в том дело, что нам необходимо проводить какое-то тепло из глубины. Сколько там этого тепла и сколько мы тепла можем вывести на поверхность. Одним словом, такая польза от влагозарядного полива, можно сказать, что и довольно большая глупость. Однако же польза все-таки есть. Вода нам важна в почве в осенний, зимний, весенний период не столько как проводник тепла, сколько вещество с большой теплоемкостью. Для того, чтобы нагреть воду, необходимо приложить очень много энергии. Этим вода отличается от многих других жидких веществ. Точно так же, чтобы охладить воду, надо применить достаточно длительное время низкие температуры. Мы все это в быту хорошо знаем, когда смотрим на озера, когда смотрим на какие-то стоячие водоемы, уже земля вся промерзла, а вода в них все еще не промерзает. Вот это свойство нам очень важно. Почему? Опасностью в весенний период является разогревание кроны солнцем в то время, как корни еще не готовы к нормальному сокодвижению. С другой стороны, если у нас корни находятся в тепле, в этом случае у нас корни начинают нагнетать сок в крону в течение дня. Растения уже проснулись, разогрелись февральским и мартовским солнцем. Приходит вечер, приходит мороз, напитанные влагой ветви трескаются. Из-за этого происходит повреждение коры, заселение туда всевозможных вредителей и инфекции, начинается камедетечение у соответствующих растений и так далее. Чем же в этом смысле нам поможет влагозарядный полив? Он нам поможет именно тем, что скует холодом корни, и несмотря на то, что ветви будут разогреваться, сокодвижение не начнется. Не начнется оно до тех пор, пока глубокие слои почвы не оттаивают.
хватает. То есть все с точностью да наоборот. Нам вода нужна не столько для того, чтобы подтягивать тепло изнутри, сколько для того, чтобы сохранять как можно дольше корни в замороженном состоянии, для того, чтобы они не осуществляли свою функцию нагнетания впитывания воды и нагнетания в еще не готовую к началу вегетации крону. В этом смысле влагозарядный полив является очень и очень полезным. Информации, как делать влагозарядный полив, сколько воды туда надо влить, как контролировать влажность, очень много. Но прежде чем принимать решение о влагозарядном поливе, а вы видите, что в целом я отношусь к нему положительно, необходимо посмотреть состояние почвы, а нужен ли он вам. Если на глубине штыка лопаты ваша земля достаточно увлажненная, то есть если это средний суглинок, сжатый в кулаке, не рассыпается, а сохраняет свою форму, то влаги в почве у вас более чем достаточно. Кроме того, если вы живете в такой же зоне, как климатическая, как Беларусь, когда постоянные снегопады сменяются оттепелями, дождями, снова морозом, снова дождями, ваша почва прекрасно успеет насытиться влагой до весны, и эта влага успеет замерзнуть, и без всяких поливов. В этом случае этот полив, хоть он и полезен, но его можно не проводить, просто потому что ваша почва и так обеспечена влагой. Если же осень стояла очень сухая, дождей не было, зимы малоснежные, осадков в течение зимы мало, то в этом случае, даже на всякий случай, лучше всего сделать такой влагозарядный полив. В этом случае вы совместно с хорошей побелкой можете быть уверены в хорошей сохранности вашего сада. Такой влагозарядный полив стоит в первую очередь делать для растений, которые склонны к раннему росту и развитию. Это смородина, это различные плодовые другие кустарники, малина, ежевика и так далее. Землянику очень хорошо делать влагозарядный полив, хотя она в меньшей степени подвержена ранней вегетации, однако же она хорошо тоже на него реагирует. Хорошо очень делать для теплолюбивых деревьев, для более теплолюбивых, таких как вишня, черешня, конечно же, абрикос, персик и других, которые уже двинулись в нашу зону, даже в Беларуси их выращивают и успешно, поэтому для них влагозарядный полив нужно сделать обязательно. Также нужно сделать влагозарядный полив для многих сортов груш. Они также являются теплолюбивыми, и особенно в том случае, если это южные, крупноплодные, сладкие сорта. То же самое касается и яблок. А вот для антоновских яблок, для белого налива, для штрейфлинга, для старорежимных сортов, которые являются более устойчивыми и более северными, такой влагозарядный полив можно и не делать. Они прекрасно будут находиться в спячке до того периода, до того времени, как не придет нормальная температура для их вегетации. Вот что я хотел вам сказать о влагозарядном поливе, о его важной роли и о порядке принятия решения делать или не делать такой влагозарядный полив. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, описывайте конкретные ситуации. Я буду рад помочь вам принять правильное решение. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего!